Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ с сайта wildberries.ru. Вещей было заказано несколько, но дошли до меня только ботиночки от компании Tamaris. И давайте посмотрим, что же было заказано. Сейчас у нас с вами март месяц, скоро уже весна, лето, поэтому я решила заранее подготовиться к сезону. И заказала вот такие вот ботиночки из натуральной кожи. Были, конечно, интересные модели у марки Каприз, но после прошлого года, когда ботинки у меня просто разлетелись, потому что попав однажды под дождь, просто кожа настолько скукожилась, настолько она испортилась, что невозможно было их просто носить. И там, естественно, в тех ботинках Каприз не было указано, какая именно была кожа, из чего сделана. Но о них вы можете посмотреть, у меня есть видео в предыдущем заказе wildberries.ru. По-моему, где-то то ли также, может быть, в марте, либо в апреле я выкладывала, можете посмотреть. Но давайте сегодня поговорим с вами о ботиночках Tamaris. Об этой фирме я уже много говорила, мне очень нравится качество, как сделаны эти туфли, потому что сложно сказать, что это ботинки, то есть это обувь, да, имеет такую форму ножки, и ортопедическое именно, и это очень важно. Хочу отметить, что здесь обувь склеена, то есть не прошита, имеет небольшой каблучок. Здесь прорезиненная такая вставочка и очень-очень мягкая кожа. И давайте посмотрим, как они выглядят изнутри. Конечно, меня очень порадовала стелька, потому что она кожаная. Это очень важно. Но сама стелька не доходит до пальчиков, до вот этих мест. То есть, если вы видите, она вот где-то наполовине, до подушечек, получается, именно где пальчики, не доходит. Дальше, как вы можете видеть, сверху и снизу есть некий материал, но это не кожа. То есть, это такой именно материал, как бы как сеточка такая, плотная такая, и сверху и снизу. Ну и она, соответственно, как подкладка считается для кожи. Это, конечно, меня не очень радует, потому что на самых натираемых местах находится именно вот такой вот материал, то есть, скорее всего, что будет 100% натирать. Но ладно, это уже небольшие погрешности. И давайте посмотрим, что у нас с вами здесь. Здесь у нас есть вставочка тоже такая кожаная. В общем-то, отличные такие туфельки. Мне очень нравится. Цвет там разный есть. Это самый светлый. Самый светлый. И они очень удобные. Я, конечно, заказала на примерку себе еще обувь марка Турция. Похожие ботиночки, но они мне не подошли, потому что смотрелись они достаточно грубовато. То есть там не то, чтобы сделано, да, как вот здесь анатомическая ножка, а именно, ну, такие грубые, как, знаете, такие, не знаю, калоши какие-то. В общем, я не стала их брать, и они смотрелись так достаточно грубовато и натирали, вот, соответственно, в местах, где находится пяточка. Покупкой я довольна, и давайте посмотрим, что же еще было в моем заказе. Оставайтесь со мной. Итак, продолжая тему покупок с сайта Wildberries, поговорим немного о краске для волос. Как вы многие знаете, сейчас в компании L'Oréal вышла вот такая вот новиночка из серии Colorista Wash Out. Это у нас смываемый красящий бальзам для волос. Смывается через 5-10 использования, через 5-10 раз использования шампунем. Но увидев, соответственно, такую вот коробочку, новинку на сайте, я решила заказать. Но потом, посмотрев на обратную сторону, я поняла, что на мои темные волосы данный бальзам никак не ляжет и никак не отразится. Поэтому я, естественно, себе решила взять и новиночки из серии осветления волос, также Colorista. И давайте посмотрим, что я приобрела.
конечно, очень радует, что компания L'Oréal выпустила такие краски именно для использования в домашних условиях. Я думаю, что большинство все равно людей за неимением либо времени, либо средств пользуются самостоятельно, красят волосы, да, в домашних условиях, либо к ним кто-то приходит на дом и также проводит там эту процедуру. То есть кто-то из близких, либо кто-то из профессионалов, но конкретно именно уже на дому. Давайте посмотрим. Первое, что я взяла, это крем-краска осветляющая из серии Колориста. Она рассчитана на покраску всех волос. Давайте посмотрим, что нам предлагает L'Oréal. То есть мы видим темные волосы, потом использование краски и вариант после. Соответственно, после того, как вы осветлили волосы, воспользовались бальзамом, у вас получился вот такой вот замечательный эффект оттенка розового на волосах. В общем, я приобрела одну штучку вот именно такой крем-краски осветляющей для волос из серии Колориста. Следующее, конечно, я не удержалась и решила заказать эффект омбре. Тут такая же технология, кстати говоря, здесь входит для краски расчесочка, очень удобно, я хочу вам сказать. Ну и такой же вариант, да, вот нам показывают до-после эффекта и как выглядят волосы после окрашивания. Это у нас с вами эффект омбре. Следующее, это не менее известное, балаяж. Также здесь входит у нас с вами расчесочка. Вот такая вот красочка для осветления волос. Ну и естественно, я взяла несколько оттенков. На сайте достаточно много их представлено, но я решила взять следующие оттенки. Это у нас с вами пурпурные волосы. Далее синие волосы. Следующее это розовые волосы. И последнее это паприка. Сейчас достану волосы паприка, то есть такие вот красноватые. Там в коллекции на сайте можно выбрать еще оттенки. Зеленый там есть, такой темно-фиолетовый, есть еще, по-моему, то ли темно-красный. В общем, вариантов много. Я, конечно же, данной краской планирую пользоваться не сейчас, а ближе к лету, когда немного потеплеет. И уже, соответственно, сменится образ на более такой относительно либо яркий, либо пастельные тона. И данная краска идеально впишется в мой образ. То есть я сейчас пока этим пользоваться не буду, я откладываю, но я запаслась, потому что сейчас это все в новинку и есть вероятность, что просто исчезнет. А пока сейчас есть возможность, кстати говоря, вот такая вот красочка стоила что ли в районе 210 рублей, ну в общем совсем недорого. Вот, и, соответственно, вот такие вот новые образы планирую создать этим летом. Так что обратите внимание, кто уже пользовался данной новинкой от серии L'Oréal, пишите. Мне интересно тоже, как все это выглядит, но надеюсь, что мне понравится. Вот такой вот заказ был с сайта Wildberries, то есть это были ботиночки Tamaris и краска для волос. А также я заказывала под примерку себе жилет Stayer фирмы русской, но он мне не подошел, потому что сидел как мешок. Сейчас я вам покажу как раз-таки жилет, только из другого магазина. Оставайтесь со мной, всем пока!